меня как начальника отдела, потому что вот этот процесс предоставления жилья квартирам, вернее, жилья, приобретения за счет покупки для участников АТО трактовалось неточно в том плане, что приостановлены на сегодняшний день сделки нотариальные возникла необходимость дополнительного обоснования, в том числе юридического предоставления этим гражданам жилья и внесения уточнений, что самое существенное, в ранее принятые нами решения, в том числе городским советом. Вы знаете, что в сентябре городской совет при передаче субвенции областному бюджету для паритетного финансирования 50 на 50 поставил условие, чтобы туда был включен как элемент решения и список граждан, которым будет предоставляться это жилье. Мы пытались доказать, что утверждение этого списка заблаговременное, и нельзя его формулировать каким-либо образом, потому что список вообще-то компетенция исполнительного органа. Тем не менее, депутаты настояли, мы его подали, и он там фигурирует как предварительный. Но в связи с истечением времени есть изменения по сути этого списка и потребовалось уточнение по трем фамилиям очередника. А нотариус поставил условие, и в том числе и комиссия, что тогда надо в самом списке четко выразить, и чтобы было соответствие. Как в учетном деле, то, что утвердил исполнительный комитет, как в списке сессии городского совета, и как будет записано в последующих документах. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас не было противоречий, и мы понимали суть вопроса, что это все устранимо и все можно решить. Тем более вы дали добро по рассмотрению предварительно по настоянию депутатов на постоянной депутатской комиссии. Вчера комиссия по социальной защите рассмотрела вопрос и поддержала, в общем-то, разрешение этого вопроса. И там я считаю, что как такого конфликта нет и не должно быть. Перевожу речь Михаила Петровича. Мною при проверке списков, на которые помощником выявлена была фамилия, которая не была в списке решения городского совета. Это халатность отдела квартирного отдела. Все, найдено юридическое решение откорректировать, защитить интересы отошника, который по ошибке не попал в этот список при решении Госсовета. И будем вносить изменения через сессию. Но документы, которые вы мне подаете, подавайте грамотно, потому что я перепроверяю 2-3 раза. Подставлять меня нечего. Я прошу прощения еще раз. Мы вас не подставляем. Не надо оправдываться. Это не соответствовало решению сессии. Следующий вопрос. 33-й. Про запрограммирование системы энергоменеджмента.